Доброе утро, дорогие друзья! Это видео будет называться «Любимая Сибирь». Вот. Ну, конечно же, это название. Ну, как всегда, я вас немножко разыграю, обхитрю. О погоде в городе Барнауле. Сейчас минус 4 градуса. Ветерок такой, скажем, северный. Вот. И вот такая погода. Переменная облачность, конечно, но вроде бы солнечно. Вроде бы как солнечно, но только солнышко почему-то не греет. И вот слышите, наверное, как ветер дует, да? Вот такая у нас погода сегодня. Ой, а тут сыпается. Ой-ой-ой-ой. Надо куда-то в теплое место идти. Пойдем-ка мы в теплое место с вами. Вот такая у нас погода. Такая у нас сегодня погода. Гололед, конечно. Сейчас вообще водителям надо осторожнее быть за рулем. Да, кстати, дорогие водители, вам ни гвоздя, ни жезла, по-шиферски. От души, как говорится. Берегите себя и своих близких, как говорит Андрей Малахов. А у нас вот сегодня такая погода в городе Барнауле. В городе Барнауле. Вот. Ну, тут, как всегда, у нас машины стоят. А вот мы идем так потихоньку, полегоньку, как говорится. Вот это наша любимая Сибирь, конкретно Алтайский край и конкретно город Барнаул. Вот мы пришли в ту точку, которую нам надо было прийти. И вот такая погода у нас сегодня. Дорогие друзья, кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на YouTube. Канал называется Николай Кныш, путешествие автомобилей. Желаю всем здоровья, счастья и исполнения всех ваших желаний. Всего вам доброго, дорогие друзья!